Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня покажу вам модное меню отладок для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода в правом верхнем углу у нас появляется буква D, при нажатии которой у нас открывается меню. Да, наверное, многие играли на персональных компьютерах и видели такое меню, где мы можем узнать наше местоположение, FPS и версию нашего Майнкрафта. Ну, первая строчка — это версия нашего Майнкрафта, остальные 2-3 строчки — это положение. Либо положение острова, либо наше положение. Также здесь есть строчка, в котором показывается наш FPS, но FPS у меня почему-то скачет. Ну, также здесь есть строчка, в котором показывается, как... спавна. Также здесь есть, насколько прогружаются наши чанки, информация. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.